Как всегда, когда едем из Краснодара, сделали остановку около вот этого замечательного магазина в городе Горячий Ключ на въезде. Здесь можно купить минералку и лимонады по ценам завода. Мы сейчас лучиком пойдем выбирать. Лучик дрых сзади. Кстати, здесь есть мед еще, а ты видел? Мы, да. Смотри, какой есть. Донник. Вот ты донник помнишь? У нас не собирают. Возьмем. Маленькую тут. Маленькую? Вот гречишный есть. Тебе понравился? Да, понравился. Есть это еще? Акация, боярышник. Ну, мы донник не помним. Ну, давайте нам один донник мы возьмем. Так, два ящика воды газированной. Ящик вот лимонад. А вот такой только грем-сода есть, да? Нет, вкусы разные. Вкусы разные? А, прикольно. Так. Вот, лучик, я вот такой хочу. Возьми лимонад один. И дюшес надо взять. Экстраситро? Оно больше конфетный у него такой вкус. А это что у нас? Вот, дюшес. Возьмем ящик. В общем, мы берем вот это у вас. Вот эти два ящика. Так, и вот эти два, да? Тоже там. Отлично. Лучше иди сюда, помогай. Бери вот этот. Она газированная? Да. А я вот этот беру. Так. Тебе взять лимонад в машину? Не нужен сейчас? А, хочешь попробовать вот эту экстра-ситро? Давай возьмем одну. На, возьми. Грязь ейская. Глянь, лучше грязь из вулкана грязевого. Помнишь, как мы с тобой лазили? Да. Ух ты, а это почему такой дорогой? Это варенье. А, это варенье, дыня и имбирь. Ничего себе. Так, вроде бы все взяли. Да, все.